совсем недавно, сравнительно недавно, был возобновлен балет «Раймондо». Вы знаете этот балет, конечно, очень хороший балет. И я, конечно, пошла на этот спектакль. Он очень хорошо шел, прошел первый акт, начался второй, и вдруг на сцену врывается, буквально врывается в «Панадерос», в танце «Панадерос» испанка. Статная, красивая, высокая, темпераментная. Ну, вы, наверное, догадались, что я имею в виду Ильюана Малхасянц. Я думаю, что это довольно оригинальное творчество этой балерины, этой характерной танцовщицы. И я думаю, что она одаренный человек. И мне очень радует, что я сейчас могла уже говорить о том, что традиции характерного или характерного, как хотите, танца, не проходят. Дело в том, что какой-то был период, когда как-то характерный театр, танец был не очень в фаворе. А ведь надо сказать, что мы любим, мы старики любим говорить, что вот в наше время Черное море было черным, соленым, а теперь... Так вот, в наше время действительно были совершенно замечательные характерные танцовщицы. Галецкая, Сангович, Капустина, Звягина Сусанна, Валя Петрова, Нина Симонова, Ефремова, Фарманьян с Женей. Это были совершенно замечательные характерные танцовщицы, причем все очень разные. Это была пора настоящего характерного танца с великими традициями Москвы. И вот сегодня, я думаю, этот творческий вечер, он только подтвердил, вот, я думаю, что вы согласитесь с этим, возобновление славных традиций характерного танца. Thank you.